Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и ничто так не поднимает настроение, как подарок от друзей. Я безумно благодарен Scaler UA за то, что он сбросил мне подарочек, который мы сейчас с вами откроем. Спасибо ему огромное за поддержку в развитии канала. Если вы имеете такую же возможность в поддержке канала, как Scaler UA, обязательно присылайте подарочки на игровой никнейм, который есть в описании к данному видосу. Ну а я, соответственно, сниму отдельное видео по открытию. Еще раз огромное спасибо. Ну что, распаковываем, смотрим, что там. Я в любом случае счастлив и рад. Ну а если там еще и что-то огромное, опаньки, опаньки, еще один подарочек от Скейлера в виде вот этого вот набора. Еще 5 купонов, еще один черный ящик и еще 500 голды в копилку. Забираем все это дело. Что мы сейчас будем делать с этим всем? Ну, понятное дело, что мы откроем черный ящик, из него что-нибудь нам упадет, ну а плюс к тому посмотрим, что у меня там по купонам, глядишь, получится еще рулеточку крутнуть хотя бы разочек. Так, 400 голды, максимальная награда, если не считать черного ящика второго уровня. Того, ребят, 900 голды мне сейчас подарили. Это действительно круто и безумно приятно. Теперь смотрим по рулетке, что у нас здесь. Кстати, ребят, если у вас есть возможность отправить подарочки именно с купонами, я вам буду безумно благодарен, потому что хотел бы прокрутить всю эту рулетку и забрать ВЗ-121 ГФТ. А пока смотрим просто на наши шансы выпадения чего-либо. Я 2 раза уже крутил, сейчас крутим 3-й раз. Ну, давай, прям ВЗ-ха сейчас. Бабах! Такая ВЗ-ха мне падает. И я падаю со стула сразу. Но... Нет. Но мистический контейнер. Открываем мистический контейнер, там мистический сертификат. И забираем себе коллекционную 10-ку, которой у меня нет. Но... Нет, ребят, не получилось. Получилось забрать только талисман, но у меня этих талисманов всего 5, а надо еще целых 10 для того, чтобы с вероятностью в 10% забрать себе мистический сертификат. Ладно, будем надеяться на то, что на этом дело не остановится, и мы продолжим крутить данную рулеточку. Я на вас очень надеюсь и верю в то, что среди вас, огромного количества зрителей моих, есть те ребята, которые могут позволить себе поддержать канал в его развитии. Стараюсь специально для вас. Побежал снимать следующее видео. А вам, друзья, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.